Официально в Ленинске-Кузнецком на сегодняшний день работает одно место массового отдыха у воды. Располагается оно в районе лесного городка. Место оборудовано в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах. Однако многих горожан привлекают дикие пляжи. На территории округа их насчитывается около 20. Именно о таких несанкционированных зонах отдыха шла речь на совещании. Каждый из них вызывает особое беспокойство властей и спасателей. На территории Ленинско-Кузнецкого городского округа имеется 17 водоемов, также река Иня, но по санитарным нормам вода она не подходит для купания, и данные водоемы не предназначены для купания населения. Отдыхать можно, загорать. Запрещается купаться детям в первую очередь. Будут наказываться родители административным наказанием. Также распитие спиртных напитков, купание в алкогольном опьянении. Созданы сейчас мобильные группы, и ежедневно будет сотрудниками администрации, учреждениями проводиться патрулирование. В ходе рейдов с отдыхающими планируется проводить профилактические беседы. Людям разъяснят правила поведения на воде и расскажут о мерах безопасности. Особое внимание будет уделяться детям, ведь взрослые не должны оставлять детей без присмотра возле воды во избежание трагических случаев. 7 июня мы планируем всероссийскую акцию провести «Чистый берег». Будут приглашены, конечно, предприятия города. Приглашаю граждан принять данное участие, выйти и оказать помощь в уборке береговую часть наших водоемов. Хочется надеяться, что летний отдых будет счастливым для горожан и оставит только приятные впечатления. Лена Беляева, Василий Обухов, Реал Ленинск.